Сегодня финал, поэтому темная армия решила позвать еще более могущественные силы зла, по сравнению с которыми у нас здесь детский утренник, а мои генералы — это добрые снежинки. Итак, встречайте, маршалы темного юмора канала «Россия». Ух ты! Крокус Сити Холл! Вау! Оркестр! Нифига себе, Александр Васильевич! Да чё докатилась ваша самодеятельность, а? Чё вас так мало? Ну, после развода половина нас отошла к Степаненко. А где маршал Грушевский? Я здесь! Чё вы там делаете? Но вы же сами просили помочь вам в финале. Но это же не смешно. А если это сделает Горбачёв? Подождите, вот вы пародировали Брежнева. С глубоким удовлетворением. Горбачёва. Послушайте, Буш. Ельцина. Конечно. Ну а чё не пошли дальше? Опытный юморист умеет вовремя остановиться. И все равно непонятно, почему они здесь, а вы в оркестре. Чтобы потом сказали, что они в финале высшей лиги просто вышли, а я здесь сыграл. Ну, ладно, чем мы конкретно можем помочь-то? Нужно что-то, чего никто не ожидает увидеть в КВН. Ха, легко. Маэстро! Извините, Александр Васильевич. А у Эрнста сейчас, наверное, в голове случился сбой. Вроде я сижу на первом, почему смотрю второй? Поверьте, когда вы мало смеетесь, это их только раззадоривает. Очень сильно удивится, посмотрев финал, народ. Скажут, видя наши лица, КВН уже не тот.